ваш прогноз на 2016 год? Ну, конечно, хочется только хорошие прогнозы делать. Я надеюсь, что война надоест наконец-то уже и тем, и другим, и они просто ее прекратят и будут как-то, в дальнейшем уже будет как-то выстраиваться мирная жизнь, какое-то сосуществование, потому что, ну, так или иначе, общая граница, она все равно есть, и как-то сосуществовать придется, к сожалению. А что касается событий в политике, ну, опять же, тут только то, о чем я уже сказал. Да. Выборы будут, с вашей точки зрения? Надеюсь, что нет. Ну, хочется верить, что нет. И, в принципе, ну, могут быть, и не быть. Если возобладает здравый смысл, то их не будет. Я надеюсь, что их не будет.